А мечи наконец-то смогут заняться раздельным сбором мусора. Стало известно, что у города появился шанс получить федеральную субсидию. Правительство страны выделило 1 миллиард рублей на приобретение около 70 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов. Эта мера позволит заранее выделять мусор, который можно использовать как вторичное сырье. По словам главы Федерального министерства природных ресурсов и экологии Александра Козлова, в планах не просто снизить объем захоронения, а увеличить количество вовлеченных в оборот вторсырья. Так, к 2024 году на обработку планируется направлять 50% твердых коммунальных отходов. При этом субсидию смогут получить не все регионы, а лишь те, где утверждена территориальная схема обращения с ТКО, а также порядок накопления твердых коммунальных отходов, включающий в себя в том числе положение о введении раздельного накопления мусора. Кроме того, чтобы получить субсидию, региону необходимо иметь мощности по сортировке и переработке вторсырья или гарантировать, что полный цикл обработки отходов будет создан в ближайшее время. Стоит напомнить, что сейчас в Омском регионе функционируют два мусоросортировочных комплекса, а также утверждена территориальная схема. При этом в планах строительство сразу нескольких мусороперерабатывающих комплексов, где также будут функционировать новые полигоны после рекультивации прежних.